Жопа горит, ребята! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Всем привет, друзья, меня зовут Компот, и со мной сегодня... Скрипер! Всем привет, друзья! И сегодня, значит, я буду троллить Скрипера. Я построил специально карту для этого, значит, у нас тут очень-очень много ловушек, очень-очень много механизмов, и сегодня он будет стараться не попадаться на них, а я буду пытаться... Я буду пытаться его затроллить. Если вы хотите увидеть видео о том, как защитить свой дом от Грифера на 100%, то ставь лайк. Если на этом видео наберется 500 лайков, собственно, как написано в чате, то тогда выйдет такое видео. Это видео будет очень полезно для тех, кто играет на сервере без модов. Ну и, собственно, поехали. Так, ну смотри, у нас тут есть два сундука. Тут вещи для тебя, тут вещи для меня. Включай, во-первых, себе Game Mode 2. Хорошо. Так, Game Mode 2 я сейчас себе обязательно включу. У меня есть, значит, шлем, деревянный меч, талисман удачи. What the fuck? Да. Зачем ты пытал какао-бобы, типа? Это не какао-бобы, это самый настоящий талисман. То есть мне нужно перейти в Game Mode 2, чтобы играть, да, типа? Да, и мы сейчас прямо начнем. У меня есть набор троллера, так сказать, у меня есть динамит, топорик и так далее, ведро лавы. Что ж, я выпиваю зелье невидимости. И То есть ты будешь еще и зельем невидимости играть? Да, я буду смотреть, как ты все это проходишь. Смотри, у тебя есть две двери, одна из них правильная, ты можешь любую взять и попробовать пройти на следующее испытание. Давай я на это посмотрю. Так, значит, железо или золото? Ну, если я пойду в золотую, то, естественно, ты меня убьешь, потому что, потому что. Так, я пойду в железную. Так, ну, какие тут механизмы, какие тут нанотехнологии. What the fuck? Ну, ты немножко не угадал. Но, вообще-то, это был метод дедукции. Слушай, а куда ты меня телепортировал? Можешь ты к себе что-нибудь полез? Ну, ты телепортируйся ко мне. Ну, у тебя есть вторая попытка, так что быть, я тебе ее даю. Хорошо, значит, пойду в золотую дверь. Стоп, а у меня вещи-то пропали, я же сдох. Ну, это я тебе... Чё ты это не продумал? Ну ладно, хорошо, иду в золотую дверь. Так, стрелочка у нас налево. Почему-то я не могу идти. А в чем прикол? Ну, потому что там невидимые блоки, и ты не пройдешь. Стоп, а почему я их не вижу? Ну, то есть, даже не отображаются их, как бы, барьеры. Ладно. А куда мне тогда вообще идти, типа? Ну, возвращайся назад. А назад я не могу вернуться, тут почему-то поршень не активировался. Что за фигня? Ну, вот, ты попался на первую ловушку. Ну, я очень рад, хорошо, но если в одну дверь нельзя пойти, во вторую, что мне делать? Ну, давай подумаем логически. Смотри, это троллинг, ты должен найти дверь. Нестандартным путем. Она может быть где угодно. Я тебе даю такую небольшую подсказку. Хорошо, она может быть где угодно. Внизу нет, здесь нет. Через поршень я не пройду. А если я перепрыгну? Нет, нельзя. Ну ладно, хорошо. Ладно, я тебе так уж и быть даю вторую попытку. Я тебе сломаю поршень, и ты можешь пройти. Ой, ну ладно, хорошо. Ну смотри, у нас тут есть еще два цвета. Это золотой и изумрудный. Но, как видишь, это обычные блоки. Ага, то есть все-таки это тоже, по сути, должно как-то связывать их с дверями. Может так, быть. Ну если алмазный блок. Алмазный блок здесь никак нельзя пройти. А вот если взять изумрудный, тут тоже никуда ничего не тыкается, не нажимается. Не, ну ты меня троллишь просто, типа, я не знаю, ну нельзя тут пройти никак. Ну смотри, где-то есть тут скрытная дверь, по которой тебе нужно кликнуть, чтобы она открылась. А, скрытная дверь! Я тебя понял. Так, а тут очень сложный паркур. Я вообще, знаешь, паркурить на самом деле в Майнкрафте не могу, но специально для этого видеоролика я месяц тренировался. Вот не допрыгну ведь, правильно? Ну ты попробуй. Так, типа... Ого, там дальше какой-то странный проход. И там нажимные плиты. Так, стоп, а почему я по воздуху хожу? Ну, дело в том, что ты мог изначально не проходить этот паркур, потому что тут стоят невидимые блоки. Но, если бы ты просто побежал, ты бы свалился в лаву рано или поздно. А, ну то есть ловушка не удалась, я понял. Так, хорошо, значит, кнопочки, которые телепортируют меня в точку какую-то. Да, ты должен дойти до конца, это такой своеобразный лабиринт. Давай, я думаю, у тебя получится. А, то есть тут нужно еще логически мыслить, я понял. Так, ну... Какой же ты хитрый. А если я сюда наступлю? Ребят, в общем-то, вы можете также нам для видеороликов карты на прохождение строить всякие с троллингами, там, с механизмами. Мы также их будем обязательно записывать. И я думаю, это будет очень интересно. Так. Помни главное правило. Это карта троллинг. И тут самые нестандартные пути. Я специально их строил, очень старался.
И тут может быть не все так просто, как ты думаешь. То есть, опять-таки, в стене будет таким странным образом дверь открываться, я тебя понял. Может быть, а может быть и нет. Ой. Сейчас, я не могу, это трындец какой-то, ну, в натуре. Так, может, ты немножко мне подчитеришь, а? 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 Ну смотри, я тебе дам подсказку. Тут есть дверь, через которую просто не надо кликать, через которую можно пройти. То есть ты про эту? Да, то есть я про эту. То есть, если бы я тут дальше проходил, ну это был бы трындец. Ладно, хорошо, значит тут у нас какой-то лабиринт, я так понимаю, кварцевый. Сразу говорю, тут правило левой руки не работает, я его специально тестил. А, то есть ты еще и тестил, я понял. Ну то есть, если я буду еще как-то... Так, барьер. Типа, а он почему не открывается? А, я понял, это второй выход. Это как раз таки, я... да, ты пришел. Да, это если бы я затупил, короче, решил проходить, то я бы отсюда, я понял. Так, финал. Ну, типа, хорошее правило левой руки. Необычно правой рукой пользуюсь. Где-то здесь должен быть поворот налево. А, точно, у нас же тут нет правила левой руки. Хорошо. Так. Будь внимательным, будь внимательным. Значит, быть очень внимательным, да? Да. У меня тут почему-то табличка багается. Может быть, тут есть какой-то секрет? И почему тут постоянно летает эта летучая мышь? Может быть, с ней тоже что-то связано, нет? Нет, она просто заспанилась, я не пойму, как она тут оказалась. И как оказалась тут. Я тебя понял. То есть, лабиринт сам по себе маленький, но здесь есть какая-то пасхалочка, что-то такое секретное, да? Да. То, что я сразу не замечаю. Я тебе скажу лишь одно. Тут находится блок, который выделяется от всех. Это я уже понял, тут что-то такое должно быть, может даже я где-то видел. Так, хорошо. Он просто блок, так который... выделяется вот от всех, то есть все блоки такие, а он вот прям вот такой резкий. Ну, в принципе, красный блок здесь есть. Ну. Да? Почему нет? Ну, с ним ничего не сделаешь. Не понял? Ну, что, типа кнопка была или что это такое? Нет, дело в том, что ты его открыл, но это был скрытый сундук-ловушка, то есть ты его открыл, тебя телепортировал. Ах ты какой хитрый! Ну хорошо, следующее испытание. Следующее испытание у нас в какой-то пещере. Смотри, что тебе такое? Что тут надо сделать? Тебе нужно взять ресурсы сундука, я не помню, что я туда уже клал, и кинуть его туда на нажимную плиту, и тебя телепортируют дальше. Сухие кустики! Так, нажимная плита, ну, по сути, здесь, по идее, должна быть, да? Да. Пам. И все. И что дальше? Не получилось? Ну, я как бы бросил, то есть все, как бы... Мы просрали сухой кустик. Так, ну хотя подожди. Ну не все ж так просто, да, наверняка? Ну, ясен пень. Естественно, должна быть какая-то сложность, какая-то такая заминочка. А может быть все дело в расположении, я не знаю, чего-нибудь. Например. Может быть, может быть. Вот этих ламп, как вариант. Может быть. Еще что-нибудь такое. Может быть. Подсказок тут от меня не жди. Я понял, я обязан найти. Так, а если я сейчас включу, например, звуки, да? Так, странно. Если бы сейчас, допустим, какой-нибудь поршень срабатывал, то я бы мог что-нибудь найти. Это же как-никак сундук-ловушка. Так, хорошо. Хорошо. А если я вот сюда встану и нажму? Тоже ничего не срабатывает. А если я вот так встану и нажму? Тоже ничего не срабатывает. Так, а что же мне тогда делать? Ну смотри, ладно, дам тебе одну подсказку. Опа, зелье, надо выпить, не палимся. С этим сундуком вообще ничего не связано. Я понял. Вот, все, забыли, тут никого не было. С этим сундуком вообще ничего не связано. Все хорошо. Так. Да. Хорошо. Это очень на самом деле ценная подсказка. Я понял. Я понял, что с ним ничего не связано. Но, скорее всего, с этой дырочкой или же отверстие. Ах ты какой хитрец! Ах, какой ты молодец. Так, а это что такое? Ну смотри, тут тебе нужно отгадать пароль и пройти дальше. Но не все так 8 просто. 8-800-555-3535. Ну нет, что-то не подходит. Так, ну какой пароль? Ну, не знаю, ну пароль какой-нибудь. То есть, типа мне нужно бесконечно много комбинаций вводить или что? Или где-то он зашифрован тут? Нет, тут нигде не зашифрован, ты можешь его сам отгадать. Или пойти нестандартным способом. Отгадать? Ты гонишь? Тут пятизначный пароль, я его в принципе отгадать не могу. Я тебе дам подсказку. Это дата того времени, как я, значит, купил первую жвачку в магазине.
Дата того времени. Да. Я понял. Дата того времени. Хорошо. Не, ну я, конечно, понимаю, там троллинг и все такое, но, блин, ну это же слишком как-то тебе не кажется. Откуда я знаю, когда ты там это покупал вообще, что там себе покупал? Ну тогда ты можешь так помыслить логически, тут очень узенькие коридоры, собственно, ты можешь тут все проверить. Ага, протыкать да проверить, проверить да протыкать. Может быть, тут какая-нибудь потайная штука есть? Да ничего тут не... А я могу, короче, ломать блоки? Или это не в правилах? Это не в правилах, ты читер. А, я читер. Не, почему? Я в гейммод 2, все нормально. Так, ну, хорошо. Ну, может быть, здесь есть какая-то подсказка. Change. А, нет, какая-то хрень. Так, ладно, ну, я не знаю. Ну, маленький узенький коридорчик. Ничего здесь нет. А мертвый куст никак не должен, по идее, на это влиять? Нет, никак. Так, ну было бы интереснее, допустим, если бы ты какую-нибудь подпись для него добавил, да? Так, ну ладно. Не, слушай, я не знаю. Я что-то не знаю. А может быть... А-а-а! Но это еще не все. Что-то как-то тут вот так все интересно у нас, интересно. Так. А мы тут дальше проходим. Я надеюсь, что я не умру, если я вниз спущу, потому ну, что должен, тебя должен. Можно ожидать все... Что угодно. Ну, я, конечно, все понимаю, но... Но вот это, конечно, слишком опасно. Так, ТП-компорт. Опа. Спасибо. То есть я телепортировался, и я тут же сдох. Большое вам спасибо. Так, ну, в принципе, если я буду спускаться, я буду постоянно дохнуть. Значит, здесь опять-таки есть какой-то секрет. Или же нет секрета. Или мне надо просто изловчиться и нормально там упасть. Как ты это рассчитывал? А, ну в принципе. Ну, ладно, так, рычажок. Ой, ой! Что это такое? Шо це? Шо это такое? Ой! Что за Майнкрафт? Так. А ловушки работают, слушай. Я думал, ты окажешься умнее. Ладно. Я думал, что типа все не сработает, и ты такой будешь. О, так, я перелетаю на следующее испытание. Да-да, именно перелетаю, потому что я кремлю. Мне это что делать? Просто телепортируйся ко мне. Смотри, так. Следующее испытание ты должен ответить правильно. А, кто самый крутой ютубер? Компот Скрипер. Ну, естественно, Скрипер, конечно. Ну как тут иначе, может быть... Ты чё, охренел? Ты не угадал. Ты шо? Ну понятно. Когда-нибудь ты станешь крутым ютубером, поверь. Ладно, хорошо, идем к Компот. Слушай, в новой версии такую классную анимацию дверей добавили. Я тебе скажу больше, это мод. А, это мод даже. Ну, ребят, у нас же сборочка, естественно, у нас все не так просто. Так, мы проходим сюда. Я надеюсь, что здесь меня ничего не убьет. Так, вот если я наступлю сюда, то я... Не понял. То есть, типа, я еще... Слушай, а если я сюда пойду? Если я пойду сюда, но не буду падать в этот блок. Если я сделаю вот так... У тебя почти получилось. Вот, знаешь, я умею логически мыслить, потому что я очень хитрый, да, я такой, значит, очень умный. Ну, я, естественно, самый топовский. Так. Оу! Так я не понял, какого хера, типа, а куда там упасть? Ну смотри, значит, в чем тема? Ты должен всегда выбирать ответ компот. Попробую, кстати, выбрать его еще раз. Ну вот. Нет, не скрипер, не скрипер. Нет, стоп, я компот выбрал. Стоп! Я перепутал, видимо. Кек. Так, внимательно хорошо. Всматривайся в этот коридор. Очень внимательно всматриваться в коридор. Ну, знаешь, учитывая то, что сейчас у меня установлены шейдеры, здесь все такое ярко-красное, тут да, то да, темные да, блоки, тоже. То черные. То есть я не знаю, даже если здесь есть какая-то пасхалка, хотя тут вообще какие-то темные странные блоки. То есть даже если тут есть пасхалка, то все равно я не обязательно должен ее заметить. То есть... Ну не в этом дело, понимаешь, я тебе открою секрет, тут нет никаких невидимых блоков или всяких дыр, просто всматривайся в этот коридор. Можешь еще раз пройти, не знаю. Ага, может быть тут на потолок вообще смотреть, может быть... Может быть. Ответ совершенно не там, где я думаю. Хорошо. Так, а на потолке ничего по сути нет, ничего интересного. Ой, ты там что-то разрушаешь, такие громкие звуки. У меня уже, блин, глаза болят, коридор красный такой, ярко-красный. А если я назад вернусь? Вот что будет? Можешь вернуться назад попробовать. Почему бы и нет, да? Так, давай я поставлю день. Times day. Ну что, ты сдаешься? Признаешь себя затролленным? Нет, нет, я так просто не сдаюсь. Ладно, я...
ладно, я сдаюсь. Что мне делать? Ну смотри, я тебе открою небольшой секрет. Там не было никакого прохода, это просто сплошной коридор, который тебя всегда бы возвращал назад. И там просто нет прохода, и ты затроллен в очередной раз. То есть, даже не посмотрел, как я могу тебя выиграть, да? Ну, понятно. Ладно, я, короче, возвращаюсь сейчас назад и... Телепортируешься ко мне. Значит, Скрипер самый крутой ютубер. Все, всем удачи, всем пока. Да, и телепортируйся ко мне. Отлично, телепортировался. Смотри, значит, ты можешь посмотреть сюда. Я тебя сталкивать не буду, сразу честно говорю. Значит, там снизу находится вода, в которой ты должен, ну, сигануть и должен попасть. Нет, стоп, там не вода. Там синие блоки. Нет, там вода, ты можешь проверить. Там синие блоки. Я тебе серьезно говорю, там вода. Тут синие блоки. Блин, на самом деле я сейчас испугался, я думал, ты на самом деле мне сейчас скажешь, там синий блок, я не буду туда прыгать, и я бы тогда проиграл, но нет, ты клюнул. Эй! Ну я же тебе изначально сказал, что здесь синие блоки, типа, ну... Ну поздравляю, 1.23 в мою пользу, или сколько там, какой же счет? И что, мне теперь отсюда надо как-то выйти, или что? Ну смотри, короче, ты там оказался, да? Ну, я в самом низу. Ну, смотри, ты можешь искать тут проход. Да я даже нормально не могу запрыгнуть. Так, ну, раз ты такой хитрый, давай тогда очень внимательно. Да отойди, что ты делаешь? Вообще, скройся и в инвиз уйди, давай, так. Все, я выпиваю зелье. Ага, какая-то странная потайная дверь. Где? Это сейчас что было? Ты что творишь? Извини, ты просто долго думал. Ну блин, ну так нечестно, я даже испытания нормально пройти не могу. Ладно, я сдаюсь, давай, смотри, куда мне надо? И ты спросишь, почему мы оказались снова на спавне? Ну смотри. Потому что ты меня убил. Ну, собственно, да, но я тебе открою секрет. С самого начала нужно было пойти другим ходом. Ладно, давай, куда? Ну смотри, на стенах есть такие небольшие... Так, тихо! Тихо, я понял. Питер понял. Давай, я смотрю. Ага, другим ходом. Вот типа, вот как-то здесь, да, надо пройти? Ну да. Ага. Ага. Оп. Ой. Почти. Нормально. Нет, я же тебе, по-моему, уже говорил, потому что я такой очень странный паркурист. Оп. Оп. И куда дальше-то? Ну ты подумай. Смотри, ориентироваться нужно по другим цветам. То есть смотри, вот допустим, если бы ты был на желтом фоне, ты бы должен был ориентироваться по оранжевым точкам. Сложно, блин. Я знаю. Майнкрафтер Егор. Давай, у тебя мало времени. Эй! Нет! Все, давай, иди. Не, меня дамажит, я не могу нормально так... Так, стоп. Если я поднялся вот здесь. Слушай. А вот это как-то должно влиять или что? Что? Вот это вот хрень. Нет, вот то не должно влиять, я тебе дал подсказку. Так что ты мне тогда дичь втираешь какую-то непонятную вообще? Ну а ты подумай логически. Ну а что тут нечего думать, понимаешь? Ну блоки и блоки, ну Майнкрафт, пиксели, кубики, я не знаю. Ну вот куда тут идти? Вверх не запрыгнешь. Назад, по сути, я не могу вернуться. То есть, запрыгнуть куда-нибудь там назад, уже некуда прыгать. Дам секрет, есть прозрачные блоки, сквозь которых ты можешь пройти. Ну, естественно, они есть! Есть... Я так и догадался. Изначально, понимаешь? Егор, азаза, лох, затралили! Егор догадался, ты понимаешь, ребят? Ну, вы сами все видели. Ну, на самом деле, Егор немножко слабоумен и догадался с 50-й подсказки моей. Это... Ладно, я признаю. Я признаю то, что я был затроллен. Что ж, пришло время прощаться. Спешу вам сообщить, что если мы наберем на этом видео 500 лайков, то я выпущу видео о том, как защитить свой дом в Майнкрафте от гриферов на 100%. В этом супер крутом и красивом доме будут крутые ловушки, крутые механизмы и так далее, которые может сделать абсолютно любой, абсолютно на любом сервере. Так что, друзья, поскорее набираем 500 лайков. Ну а если мы наберем 300 лайков, то мы обязательно с Егором снимем вторую часть. У нас будет намного-намного круче карта. Ну вот только я не знаю, кто кого будет троллить, либо я Егора, либо он. Ну, собственно, спасибо за просмотр и за лайк, а с вами был Компот и Егор, всем пока. Егор, попрощайся. Всем пока, друзья!